Итак, всем привет. Сегодня я буду работать, ниву шкурить. Запись. Вот. Вот иду в гараж. Сейчас будем. Всем привет. Это статус. Четвертый статус. Это четвертый статус видео. Сейчас мы попадем туда. Ровно в гараж. Он где-то на уровень ниже. Сейчас мы сюда попадем. Спускаемся вниз. Поезда. Вот. Вот мы попали в гараж. И здесь все в хорошем состоянии. Сейчас я вам покажу, как смотрится Нива. Спускаемся в Малярку. Так, обходим. Сейчас вам покажу, как выглядит сиденье. Вот тканевый салон. Такая ткань. Сиденье от восьмерки. Руль. Руль от семерки. Здесь подножек нет, но забираться, в принципе, как бы я бы сказал, удобно. С усилием поворачивается руль. Главное, чтобы не заблокировать. Итак. Она не ржавая. Тут у нас все не ржавеет, короче. Замок зажигания слева. Здесь у нас все это. Вот. Вот это видео я оставлю в памяти галереи, потому что вот это видео я не буду отправлять, просто оставлю в памяти. А нет, это не статус, точнее. Сегодня я буду записывать это видео. Сейчас мы будем записывать два видео. Вот это видео я оставлю в памяти галереи, потому что вот это будет вот с таким звуком нереальным. Вот этот фиксатор фиксирует дверь. Две такие вот у нас дверные накидки с такими вот штучками. Но несмотря не хватает что-нибудь какой-нибудь ручки, подножки, например. Но забираться как бы этот, я бы сказал, что ну достаточно просто. Сейчас я заезжу на пассажирское сиденье. Покажу вам, как оно организовано. Нет, там нет, точнее, там нет сидений. То есть я сейчас заеду на место пассажира. Вот с таким Стоп. звуком нереальным запрыгивать, выпрыгивать отсюда с этого места очень неудобно. Вот реально вам все надо физкульт-привет делать, тогда физкультуру делать, тогда поймете, что тут происходит. Итак, давайте присядем. Опа. Сиденье крепится на бензобак. Это такой бак. Тут у нас дед приварил пластинку. Такую вот. Небольшую. На улице, правда, темнеет, но я не упущу возможность. Стоп. Так, а если я подойду туда, то не знаю, там если встать, посмотреть, здесь у нас багажник, все это, водительское сиденье прекрасно организовано. Так, вот, все здесь работает. Итак, давайте присядем. Здесь такой пластик был, а теперь тут одна железка, просто ничего здесь нет. Перелазить без сидушек просто очень легко, удобно. Небольшой бардачок. Все здесь мне
гремит, гудит, все тут, ой, забираться, выходить неудобно вообще. Ну, точнее, удобно, конечно, там это, но вот меня раздражает в том, что когда нет сидений, выходить просто вообще как бы не очень-то удобно. Багажник, все это. Стекол тоже нету никаких здесь у нас. Здесь такая вот. С таким звуком нереальным. Вот сейчас я сюда. Давайте присядем. Опа. Вот, педаль газа. Все. Ты где? Я здесь. Рычаг, ручник. Ворота закрывай, пап. Будем работать. Итак, здесь она ничего. Руй с усилием поворачивается. Гремит, гудит, так, тут все продумано, все идеально. Так, сейчас я найду наждачку и будем работать. Так, так, у меня запись сюда. Здесь. Пауза. Все, прикроем. Стоп. Гремит, гремит, гудит, все. Пауза. Стоп. Все, гремит, гудит. Так. Обходим немножко. Так, находим наждачку. Если не найдем папе, папа нам подаст. Ой, блин, чуть не это. Так, я ее не обошел. Вот здесь. Вот здесь я открою. Дверь немножко она прикрыта. Без замков. Вообще. Никак не сделать, не взять, не дать, не взять. Так, наждачка. Опа, вот она. И вот это вот, и вот смотрите, какая она. Вот это не гладкая, это ничего, а это такой бархат. Как бархат, как видите, вот. Извиняюсь, здесь немного этот кайф. Ну, точнее, я немного сюда. Просто нереальный звук, когда ты только начинаешь. А, я не надеюсь, не отшкурю себя, нет. Итак, она не ржавая, все не ржавеет. Тут у нас не гремит, ничего нет. И давайте ушкурим, работаем. Я буду руками шкурить. Молодец. Ворот закрываем. Давай. Вот это видео большое я оставлю в галерее в своей памяти телефона. Зачем? Ну вот. Что делаешь? Наждачку тебе принес. Другую? Да. Давай вот эту я тебе отдам. Сейчас. Дай вот другую. Так, я могу одной рукой шкурить. Сейчас он мне подаст другую наждачку. Ладно, не хватит. Сейчас дам. Я тебе на брусок ее одену. На какой брусок? Ну, чтобы удобнее шкурить было. А рукой что, неудобно? Нет, рукой неудобно. На какой брусок? А тут брус от чего? Вот. Маленький брусочек я тебе взял, чтобы ты им шкурил. Это как машинка? Вот так вот. И шкуришь так. А это машинка? Нет, это ручной брусок. А это, а на нем наждачка? Нет, еще нет. Сейчас я тебе закреплю туда. А бруском тоже можно шкурить? Им нужно шкурить.
А вообще шкурит бруском вот этим? А? Вообще шкурит. Давай попробуем бруском. А ючка бензобака тут нету? А ключи где висят? Дай, пожалуйста, брусок. Сейчас, сейчас, да. Сейчас будем работать. About blank. About blank. Ты компрессор не включай. Это пусто. Будем работать. Пап. Да. Завтра не отказывай, завтра мы ее еще заведем. Хорошо. Каждый день будем ее заводить. Бензин потратим, газ будем. На газу будем работать. А если газ закончим, то все. Вообще мы ее быстро. А что ты делаешь? Наждачку тебе заправляю. Сейчас он заправит мне наждачку. Давайте пока я раз. Сейчас буду шкурить. А я могу одной рукой. Так. И так. Вот так ставишь его и шкуришь. О. Вот теперь даже результат будет виден. Подожди-ка. Сейчас там. А как на него наждачку надевать? Что делаешь, пап? Натягиваю его тебе, чтобы тебе удобнее было. Сейчас залезем. Брусок, а на бруске наждачка. Пауза. Ловите мой новый трек «Дежавю» в эфире «Лав Радио» и меняйтесь вместе со мной. Давай сам. Шкури. Здесь. Ага. Стой. Пап. А? Что у меня этот? Бумага слетела. Давай пока ты шкури, я пока этот. В этот джип. Ну, сейчас я покажу. Шкурка. Итак.